Что это? Что с тобой? Что у тебя происходит опять? Привет, Сеня. Ты извини, что я так разговариваю, но у меня зуб на зуб не попадает от холода. Ну почему в твоем домике такая холодина? Ведь здесь всегда было тепло, уютно. А ты послушай. Ну и что? Это сквозняк гуляет по домику. Сквозняк? Ага. Безобразие! Он что, не знает, где гулять? Гуляет в парке, в лесу, вообще вот на улице. А этот любит гулять у меня в домике. Так, его необходимо выгнать. Я вот сейчас открою дверь и вышвырну его вон. Нет, нет, Сеня, не делай этого. Это здесь, ой. Сенечка, ой, я тебя не успел предупредить, что с ним шутки плохи. Ну, ага. Когда открываешь дверь, пытаешься выгнать его, он просто свирепеет. Что же делать, Дремочка? Я тоже начинаю замерзать. Мне кажется, кролики-бегемотики, что нужно вставить оконное стекло, которое Дрема зачем-то вытащил. Как? Что? Правда? Сейчас проверим. Ух тышка! Это я изобретал зеркало, и мне нужно было стекло. О том, как ты изобретал зеркало, ты расскажешь в другой раз. А сейчас необходимо поставить его на место. А я его выкрасил и... Выбросил. Я так и знал. Правильно говорят, ломать не строить. Вот что, я сейчас принесу новое стекло, а ты пока возьмешь сквозняк на себя. Как это? Очень просто. Как пробка закрывает бутылку. Закроешь с собой окно. Сенечка, ты только недолго. А то вдруг меня сдует. Хорошо, хорошо, я мигом. Ага, мигом, мигом, мигом. Миг, это самолет такой. Тогда хорошо. Порядок, слазь, Дремочка. Теперь тепло и хорошо, да. И пора смотреть мультик. О, а можно я отсюда посмотрю? Мне здесь так понравилось сидеть. Я думаю, что это не очень хороший пример для подражания. Ведь на нас смотрят ребята. О, точно. Ну, хорошо. Раз. А все-таки здорово. Мы справились со сквозняком. Угу. В доме сразу теплее стало. А если еще все щелочки бумагой заклеить? А зачем? Примета такая народная. Если бумагой окна не заклеить, зима может не наступить. Ух ты! Обязательно, обязательно заклею. Но в следующий раз. А сейчас уже пора спать. Вы, наверное, тоже устали, как Сеня и я. Спокойной ночи, детвора. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Ха-ха-ха!